дорогие мои товарищи, здравствуйте. Вот уже 16 сентября 22 года. Время около 3:15 дня, естественно. Выехали мы на велосипедах на берег моря. Смотрим вон туда, там Херсонская область наша. Тепло, хорошо. Сегодня плюс 26 на улице, ребят. Не знаю, вот это последние денечки. Вот еще нет. Бог его знает. Поживем, увидим, как говорится. Но то, что красота неописуемая, это факт. Нашел немножко укромное место, где не задувает ветер. Так что, ребяточки, все нормально у нас. Мне спрашивают, не болеешь ли? Да ну, тогда немножко что-то простыл был, нос заложило. Ну, у меня часто такое бывает, когда вот это вот с тепла в холод. И где-то я не успел одеться, укрыться. Промерз немножко. И такое часто бывает, но оно быстро проходит. Ничего страшного нет. Будем живы, не помрем, ребята. Я передаю всем привет. Всех люблю и уважаю. Многие для меня стали как родные. А многие, которые были как родные, стали как чужие. Ну, так жизнь устроена, ребята. И никуда мы не денемся от этого. Всем не расскажешь, всем не покажешь, всем, всех не убедишь в чем-то. Ради Бога, живите все как хотите, ребята. Ну, в Крыму все отлично. Межводное прекрасное. Завтра субботник. Пойду на субботник, естественно. Поработаем. Наведем красоту. Убираем мусор всякий. Так что все нормально. Люди некоторые купаются еще. Кто крабиков ловит на берегу. Не знаю, я человек трусливый насчет воды. И в воду заходить я не хочу. Хоть так красиво, кажется, залез бы в воду. Но она все равно холодноватая. Как для меня. Такая красота в межводном, ребята. А следующий год приезжайте. Ну, кто хочет, и сейчас приезжают. Я встречал людей, он с Самары приехали отдыхать на бархатный сезон. Так что все нормально. Ладно, буду заканчивать. Пока-пока, ребята.